А командир нормально. А командир, там пулевое ранение, был близкий контакт. Он был на броне командирского беттера, ввел в наступление, и пуля повредила руку, ребра. Ранение средней тяжести, он не терял сознание, вовремя был эвакуирован в Розовский полевой госпиталь, где мы его, собственно говоря, сразу же и поймали. А потом ночью доставили в Днепропетровск, была первая операция, из Днепра его перебросили вчера в Киев, сейчас операция идет. Командир нормально, ну, насколько это можно говорить нормально про пулевое ранение, как бы там, ну, то есть никакой угрозы ничему нет, он приступит к выполнению своих обязанностей через какое-то время, когда восстановится. То есть там ни о инвалидности, ни о чем речь не идет.